запустил игру, подошел снова к этому источнику, нажал X и снова начался бой. Вот. Но, дали опыт, но опыта... Дали мало, поэтому, да, мало. Если честно, ну, это того не стоит. Не, можно, конечно, посмотреть на записи, сколько у нас было до. Ну, потом узнаем, неважно. Так, куда мы идем в итоге? К мельнице. А вот это что за проход? Мы не дойдем сегодня до мельницы. А мы уже ходили. Там туда. Медведь. Там медведь. Жопой спит, извините. Да. Вообще непонятно, как побудить с какой-то другой стороны. О, капустка. Капустка. Так, еще раз карту. Еще раз карту. Ой, нос исчезался. А наверх мы уже лазили, да? Да. Ну, это вход в эту мельницу. Я даже не знаю, что проще. Подняться к этому порталу. О, да-да-да-да. А-на-на. А-а-а. Да блин, меня задолбал этот кнопок. Постоянно на него нажимаю. Замечательно. Я тут был? Ну вот мы идем наверх ко второму, ко второй части мельницы. Собственно, вот она уже началась. Кружочки-то эти, кружочки. Так, тихо. Это все как-то надо снова очищать, крутить. Если что, справа фонарь. Да. Опыт. Зараза. Да блин, я порвут. Направляющей у него нет, очень неудобно, конечно. Ну вот чё вот он сейчас не сработал? Да что? Что? Да. Полюшечки, ну, давай. Yeah. Да, здесь не нас... было тройного прыжка, фиг бы мы что-то собрали. Так, здесь у нас типа тупичковые. Мы тут не были. О, матра, матра. И внизу звук. Не в ту сторону. Да поздно. Такая красота у нас. Так. Хопа. И верхний цветок. И тот цветок. О, руда. А-а-а! Значит, жизнь и энергия наверху. Сюда мне зачем? Наверху руда. Не, понятно. Я вот думаю, вот это зачем? А, к нему, наверное, обратно возвращаться. Оля, ах, ты ж все нож по жопе мне дала. Ага. Больше тут ничего нету. Ну, вроде бы нет. Вроде да.
Что ж ты творишь? Да, блин, маленький извращенец я. Да, это не то слово. Так, давайте сверимся снова. Угу. Этому дятлу надо карту принести. Меня задолбала эта кнопка. Выковыри. Осторожней. Нет. А. Блин. То есть бесполезно. Да как компас-то тут? Ну да. Но это не сюжет. Это как бы допка. А он там что за какалька? Ну ладно, давай сюда зайдем. И сейчас тут еще карта на 10 километров. О, какая красота. Мама где? Вот. Это порт наверх. Хорошо, что зашли. О, маленький Маки. Вот, ему сумку. Он нам дает мешочек с травой. Мы сумку-то ему отдали? Да, так что. Хорошо. Ау. Тентакли какие-то. А вот она. То, что освобождать, но мы пока не можем пройти, да? Угу. Не ори на меня. Не та кнопка. Не та кнопка. Упс. Отклю... Да. Значит. Так. Большая энергия. На, с той стороны. Опять с той стороны можно будет это ломать. Ой, да. Носик, носик чешется. Тух. Ну, падать на штангу. Тух. Тух. Отлично. Тайминги прям топ. Ой, а внутрь падать, ага, понятно. Ау. Так, жизнь. И перелезь, что... А, не, пока не надо. Шух. Ой. Ой, начинается. Бешеные белки. Да и не одна. Ну они вот обалдели. Вот в той части как-то вот было приличнее. А тут сразу семеро на одного, что не стреляет вообще. Это не по-пацански. Мама мия. Давай уж налево-то. Нет? Ай, упасть-то к тебе как нехорошо-то вышло. И еще вот по затылку. Тебе и еще раз. Я тебя пару на меня. Матерь Божья. Ах, они дамажат. Дамажат сквозь. Видите, там народу такого вылазит. Давай, с молотка сюда. Ой, они летают, как сумасшедшие. ХП-ски мало. Нормально. Дальше мы вообще начинаем с тремя. Ну, все, открывается, да. Вот, там можно что-то... О, здравствуйте. О, вот он, этот из королев. Ага. Такой уж придурочный. Угу. Так, это все хорошо. Оля, еще бы выйти отсюда теперь. Угу. Так, ладно, это кольцо крутится. Тут энергия. Боди тумайт можно сделать. Нельзя тут ничего лучше подобрать, найти, открыть. Можно наверху.
кнут. Ты что делаешь? Да блин, они это, видишь, тут какая хитрожопая система. Подожди. И кнут. Чё-то как-то не скнутило. И кнут. Опыт. Перфект. Можно взять шикарно. А, плевака, плевака, плевака. Плевака. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она ещё и кусается. Ой, да ну тебя в жопу. Мне и тут неплохо. Смотри, там подмостик какой-то. Туда нельзя вниз вот это. Шух. Нет, вот, вот. Вниз прыгнуть нельзя, да? Нет. Угу. Тут мы все выполнили, да? Открой карту. Ну, более-менее. О, матерь божья. Это куда? Наверх. Вау. Смотри. А. Вот сюда нам. Ой, жесть. А там точно пройти-то вообще можно? Из этого колеса? Наверное. Нам открыли да. путь. Ну, мы рычаг дергали там какой-то. И теперь главное, чтобы тебе по жопе вот это вот не дало. Хватит в жизнь. Типа сюда. Не вот по кругу. Ну давай, будь хомяком. Ой, фу, мне же опять стыжит. Я себя... А, вон я. Это, походу, плюется. Ну, сейчас нет. Слушай, а помнишь, у нас была какая-то система порталов? Когда да. мы проходили, и надо было направлять выстрелы, чтобы они выходили из этих порталов. Бля. Я чувствую, что блин, вот, вот, понимаешь, да? О, а вот теперь все включилось. Ой. Логично, на 90 градусов налево. Мадре, 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 мадре. Да не жопы ты. Так вышло. Так. Мне надо насквозь. Не! И вон еще какой-то рычаг. Или мы его и дергали? Или нет, мы его не дергали. Мы дергали тот, который теперь да. там. Бог ты мой, вот это слон башки. Интересно, а если его еще раз дергать, что будет? Жопа боль? Там еще один рычаг. Я сейчас тошню. На, мы не пройдем. Да. Значит, надо что-то теребонькать. Вот этот рычаг. Давай. Крутим, еще... вертим. Я не могу. Смотри, скажи, прям как... центр. Скажи, так еще когда получим. Она повернется, я не могу на это смотреть. Так. Мы снова здесь. Контент. Да. Руда. Внезапно. Наверху где-то какая-то руда. Хотя, может, и не тут. Вот видишь, это как будто потайная комната вот там. А мы никак и не запрыгнули, да? Опять это колесо.
меня еще вопрос, что мы тут делаем? И нахрена? Да без понятия. И там ведь еще один рычаг есть. Да, только я что-то не знаю, где он. Да. Был где-то здесь когда-то. Вот он. Вот, да. Блин, мне надо поймать так. Ладно. Отсюда давайте. Проще, да. Красава. А теперь главное не упасть. Оренька, держись. О, боже. Нас соединили с какой-то общей частью. Ну, короче, куда-то бич. И, наверное, рычаги больше теперь трогать не надо, типа мы все повернули. Да? Да. Опять какая-то, да. Где тут она? Вся та же. Все та же. Да, да, это понятно. Откуда ее взять? Как? Что за фигня? Ты маленький милый хомяк. Да, вот он. Да мы поняли. Еще смотри, прямо... такая после руды она все время очень тормозная. Вот да. Надпись. Так, мало жизни. Перелейся. Окей. Ну тут ухватиться за синенькое. Так. Я оп. Ой, меня тошнит. Выходим. Ой. Ничего не забыли? Да нет, другая сторона. Жизнь. Упс, осторожно. Это туда, бля! Вот это пац... А, круто, он наверх не может, да? Он только вниз смотрит, я бля. Смолатка! Ой! А, там нету на что встать. Как бы да, оно фантомное. Ну, в смысле, нарисовано. А в какую сторону я шел? Шел, кстати, пропал моб. А, да. А почему? Бред какой-то, ладно. А, вот он. Как круто, мы вовремя ушли. А! Да ты дурная система. Жопа! Жопа! У тебя пол жизни осталось. Жизнь. Все, реген, реген. Я что-то вот все никак не могу вот. У них тоже, оказывается, есть направляющие. У этих. У кнута, когда об синий фонарь. Да направление. У них еще коды какой-то там непонятный. Как направляющие работают, тоже непонятно. Окей. Мы, видимо, открыли третий этаж. А, мы, я, кстати, тут уже стоял, по-моему, как-то. А может и нет. Не, вряд ли. Осколок. Железная игла. А, это компас. Компас, который надо этому. Дятлу. Зая, тихо. Ты смотришь, есть ли у этого? А, или ты не понял, да. Нету. Окей. Нету. Компас дятлу. И все? Надо отнести, будет, а так фиг знает. Нам намекают, что нам на третий этаж мельницы. Как в него попасть, отсюда или не отсюда, я пока не очень понимаю. Или надо выходить и типа идти через какое-то другое место.
Дятлу компас. Руду дал. Теперь мы можем сделать домики. Позже. Ну, ладно. Так, тут аж вот эта часть вся не обследована. Да. Оп. Видимо, вот этот этаж нам открыли. Да. Опять библиотекарь. Мама, где? Ага. Так, какой стороны бечь? Ну, явно, наверное, сюда. Вот тут опыт. Здравствуйте, дяденька библиотекарь. Ну, совершенствование навыков. Может, деф апнуть? Ну это опять вот ставить живые... О, турель, матерь, боже, что только нет. Это те, вот... которые вот молоток мы тут учили, да? Да, вот выбираем, по-моему, где. Вроде бы. Ну тогда смысл их брать больше. Я что-то уже не помню. Да. Молоток есть, и он не усовершенствуется. Сюрикен, это тут как в первой части, кстати. Подобное, наверное. Ага. Вот этот вот. У нас там называлось пламя. Но мы как бы не поджигали, у нас был вот этот сейн, угу. Который нам помогал, фиг его знает. Так, ну им сюда, да? О, там и колодчик, и опыт. Нам вообще наверх. Как туда лететь? С вот этой. Оп. Такой милый канделябр. С грибами. А! Красота. Он уже 1200. Опа. Вообще не. Сюда нельзя, да? Здесь ну. Как-то и ничего и нету. Опс. Кроме вот этого. Так, да, вот в этот тупичок сначала. С чистенькой водичкой. Ох, какая красота. Так, хватит купаться. О! А, предмет для задания. Семечко кто-то просил. Я уже не помню, кто там что просил. И я, если честно, уже тоже. Ну, ладно, встретим, дадим. Сейчас будет какие-нибудь эпические РБ. Так, сюда и туда. Сначала сюда, тут тупик какой-то. Понятно. Отличный тупик, мне нравится. Явно все это открывается. Бля! А мне больше не надо в туалет. Вот мне. Он это телепортируется круче нас. Может, он спасет лес? Так, нам с ней сражаться, да? Не знаю, я побежу. Бегом, 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 бегом! Там не бежит. Там какая-то вода. А опять? От дерева гинзы хитрый. Мадрид, ой, Мадрид! Я не долетел. Сорян. О, боже.
Гинза только не по вертикали, а по горизонтали. Понятно. Так, что-то... Где выход? Не знаю, ты хомяк, беги. Вот это, ваташка. Портируемся. Еще, кнут. Кнут. Бежим. От фонарика. Кнут. Вертухан, кнут. Еще кнут. Зараза. Куда бежать? Фонарики, фонарики, фонарики. Я потерял себя. Я в воду прыгать. Да я себя еще только это... сначала. Сначала. Я вангую, это был как обычный финиш. Да, мне тоже так кажется. У нас, по-моему, в прошлый раз тоже мы этот первый раз... Мы зафейлились на предпоследнем фонаре. Да, мы когда проходили... То ли нас моб сбил в воду, то ли еще что-то там. Страшно. Тихо. Да не жопой ты пошла. Да ты думаешь, это самое... Самое. А на реке? Лететь. Кнут! Кнут! Блин. Бегом, бегом, бегом. Вы не с той стороны. Не та сторона. Дружок. Ну ты. Раз. Два. Три. Еще, 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 еще. У меня палец потеет. Фонари, фонари, фонари. Фонари. Летите. Наверх. Наверх. Тебе нужно обогнать воду. Кнут. Это был финиш. Я так упал. Да. Это чувствуется. О, бедно. Ничего не понимает? Да. Тут там мы это... Вы повторяете. Вверх залезли. Да, да, теперь просто по горизонтали. И маки ждут. Откачивают маленького. Он у них национальный герой. Они это. Айфон. Опять ждут. Уже поминают, наверное. Да, дурости нам не занимать. И глупости. И мокрости. Да. Дратути. А теперь дайте, пожалуйста, скилл пла... Нет, ну это позже, окей. Нам еще у нас тут сколько не собрано. Как нам спасти совенка? Нам во где? Да там туда. Просто смотри, есть какие-то неразведанные... Алло, закутки. Время. Отлично. Закутки есть, но уже, скорее всего, в следующей серии. Та-дань. Всем пока.